Я проиграл? Всем хай, с вами Юджин, и я пропал больше, чем на неделю, друзья, извините меня, пожалуйста, но вот я вернулся. Постараюсь так сильно не пропадать, но иногда такое может случаться. Мы с вами сегодня играем в игру под названием Anomaly Exit. Это игра в стиле Exit 8 и в стиле Shinkansen. Вы можете посмотреть эти видосы внизу, либо вот здесь будет подсказочка. Это вот такая же игра, где нужно выискивать аномалии, чтобы продвинуться дальше по игре. Тут есть многопользовательский режим, ладно, у меня нету друзей, поэтому буду играть один. Покиньте станцию. Я опять уснул, видимо, в метро. Это не в тексте. Ага. А в чем? Сообщите о любых аномалиях кондуктору. Ты помнишь свою станцию? Нет? Покиньте станцию, если нет никаких аномалий. Так, я, кажется, понял. Дело не в тексте, да? Мы в аномалии не должны выискивать в тексте, видать. Ладно, начнем игру. Ты помнишь? Помнишь? Ты помнишь? Do you remember? Ты помнишь? Неприятно было. Итак, запомнить эту станцию. Не в плане ее названия, мне кажется, в плане плакатов, еще чего-нибудь. Три аппарата по продаже билетов. Entry all boroughs. Все. Запомните эту станцию. Traveler, book now. Значит, здесь у нас пляжик. Две вендинговые машины. Блин. Погодите. Тут в разные стороны можно идти. Ёлки зеленые. Нам нужно будет вот сюда отходить, чтобы здесь все смотреть. Ладно. Чувак сбит машиной, я так понимаю. Потом улыбающийся дядя неприятный. Здесь. Нам сказали, что... Дело не в тексте, да? А может быть и в тексте, может быть нам врут. Улыбающийся маленький мальчик, улыбающийся еще один чел с текстом на лице. И вот, еще целая куча плакатов. Я никогда в жизни не запомню это. Никогда в жизни. Хорошо. Девушка, бургер, кофе, лес. Девушка, бургер, кофе, лес. Девушка, бургер, кофе, лес. Мы запомнили? Запомните, пожалуйста, еще подскажете. Девушка, бургер, кофе, лес. Туалет здесь. И еще... Албейн. Да я никогда не запомню это все. Здесь все девятки. Еще плакаты. И картины внутри плакатов. Там стоит бабка. Которая тоже пытается запомнить, но она хрен что запомнит. Если уж я, молодой парень, не могу запомнить, то Эллен, пош. Что значит пош, не знаю, это, видимо, духи какие-то, номер 7. О, я стараюсь проговорить вообще абсолютно все, чтобы потом мне что-нибудь, может быть, стрельнет, я не знаю. Ладно, как поехать? Я запомнил. Я запомнил станцию. Все, куда мне теперь? Выход. Че? Станция первая. Сейчас прибываем на площадь Оксфорд. Оксфорд Сквер. Оксфорд Сквер. Стоп. Это был как бы туториал все еще. Окей. Пометьте аномалию для сообщения, если сможете. Черт. Позвать на помощь? Ну-ка. Черт, ожидание. Мой звонок, видимо, очень важен для них. Тихо. Или я просто позвонил, чтобы музыку послушать. Ладно, фиксим. Пош, номер 7, все правильно. Да. Если честно, не помню, была ли здесь эта корова. По-моему, да. Хорошо. Тут вот Албейн, все правильно, CR. Этих всех я... Вау, 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 это аномалия. Помечаем. Так, погодите. Что-то еще было? Туалет есть. Надо посмотреть все вот эти. Это другое. По-моему.
По-моему, это другое. Пометим. Погодите, я не могу пометить. А, могу. Все. Вот аномалия. Стоп. Мы можем только одну аномалию. Только одна аномалия бывает. Ладно, возможно, девушка была точно такая же. Девушка, бургер, кофе, лес. Это я запомнил. Вот то, что мерцает, это аномалия считается, или нас просто пытаются напугать? Возможно, просто пытаются напугать. Рюкзак, девушка с рюкзаком, я не помню. Стоп, вендинговые машины, их три? Их две должно быть, их две. Окей. Все, мы прошли. Скорее всего, это правильно, должно быть теперь... Нет, простите, я ошибся, да? Опа, халявный фраг. Чё? Чё ты хочешь от меня? А, я понял. Хочешь на кулаках разобраться, да? Бедненький, не успел ничего подобрать. Не пойдет. Ладно, твоя взяла. Разберемся в ближнем бою. Уделаю тебя сковородкой. Ты чё? Чё ты задумал? Все-таки хочешь перестрелки, да? Хорошо, так и быть. Я дал тебе шанс. Назад, да? Поверь, я тебя с любой дистанции вынесу. Хоть на два шага назад отойду. Вот так вот нормально? М? Доволен? Ближе, да? Хорошо. Вот так устроит? Не пропусти уникальное обновление в PUBG Mobile версии 3.2, ведь в игру добавили чумовой режим «Механическое слияние». Теперь на карте появляется несколько футуристических кораблей «Стальной ковчег». Исследуя эти корабли вдоль и поперек, игроки смогут найти редкие припасы, а также вызвать главный боевой транспорт обновления — бронемеху. Эта боевая машина состоит из двух малых мех — «Левитрона» и «Страйдера», обладающих своими уникальными особенностями. «Левитрон» имеет в своем распоряжении магнитную руку и режим ускорения, а «Страйдер» — это штурмовой транспорт, который может нацеливаться на цели и обстреливать их ракетами. А когда они собираются вместе, вы получаете лучшее от двух мех. Отремонтировать свою меху и разжиться припасами можно в сборочном цеху. Еще одно новшество обновления. Поэтому скорее бери с собой своих друзей в обновленный PUBG Mobile и вместе опробуйте эти мощные машины в бою. Подробности в описании. Что? Что было? Попробовать снова. Я просрал. Ты помнишь? Oxford Square. Но ведь дверь открылась, это же аномалия. Может быть, я должен был сообщить о ней, я пометить? То есть пометьте аномалию для сообщения, если можете. Типа вот так вот, хоп. А как потом сообщить? Кому я должен сообщить? Вот сюда? Может быть, я должен сообщить и набрать? Точно. Скорее всего, так и надо сделать. Здесь ничего не изменилось. Albane CR. То есть все как обычно. Слушайте. Там явно что-то... Что-то страшное происходит. Мальчик, мужик. Ой, что это? Что за звук был? Это кто-то смотрит? А как мне пометить такую аномалию? Девушка, ага, здесь все, как обычно. Они специально такие картинки стрёмно делают? Это сто пудов нейросеть сгенерировала. Пожалуйста, не пугайте меня только. Как мне пометить эту аномалию? На что нажать надо? На лампу? Нет, фигня какая-то. Мать. Надо позвонить.
Света нет. Света нет. Нет света. Ты меня не слышит. Вот так. Хрен знает. Я не понимаю, что должен сделать. Давайте, стоп. Если, если плохо, то, видимо, надо в поезд садиться. Наверное. И вот здесь сообщать. Нет-нет, предохранитель должно быть перегорел. А, вот, у нас получилось, кажется. Да, я взял чем-то, пошел туда на выход. На выход нужно идти только, когда аномалий нет. Bell Rimingham, Oxford Square. Опять Oxford Square. Окей, хорошо. Ну, видимо, вообще звонить не нужно на этот телефон. Бабка все еще смотрит. Корова. Что? Да елки! Почему? Опять 9? Ой, стой, извините, вот так. Это явно не моя станция была. Значит, едем дальше. Станция 3. И стой, погодите. Ага, тут всегда будет девятка. Мы просто продвинулись дальше, потому что теперь станция 3. Все, пожалуйста, давайте без света, а то я хочу что-нибудь еще посмотреть. Албейн CR. Туалет. Картины, кажется, не поменялись. О, неплохо. Я бы сказал, слишком хорошо. Ну, наверняка есть что-то, на что я совсем не обратил внимания, даже в самом начале. Ладно, идем, идем. Мне кажется, у нас получилось в этот раз. Я обратно иду. Извините, пожалуйста. Извините, пожалуйста. О, нет. О, нет. Где я? А! Черт! Ну что там было? Сообщите о любых аномалиях кондуктору. Bell Rimingham. Oxford Square. Oxford Square. Окей, станция первая. Мы обнулили весь свой прогресс, к сожалению. Погодите. На той станции вообще свет не мерцал, а здесь мерцает. То бишь, когда свет идеальный, значит, это аномалия. Да, скорее всего. Вот сейчас он мерцает. Двери не открываются. Я весь в сомнениях, честно. Я не знаю. Кажется, прикольно все. Пойдемте. Да что? Да что не так? Смотрите, какой-то проход. Классно. Вау. Идем. Не знаю, где я. Там что-то, как будто кто-то шел. О, я так бы не хотел встретиться с этим. Это было очень жутко. О, я боялся, что на меня сейчас нападут. Да заткнись, ни хрена я не помню. Bell Rimingham. Oxford Square. Oxford Square. Я не понимаю, что значит аномалия здесь. Были очевидные вещи, а были совсем не очевидные еще. Лампочка мерцает. Ну? Да что, страшно?
Помечаем! Я хочу быстрее покинуть это место. Быстрее! Все, наябедничать. Жутковато было. Станция 2. Ладненько, давайте смотреть. Внимательно смотреть. Оксфорд Сквер. Дело не в тексте. Может быть, обязательно нужно звонить? Давайте позвоним. Музыка играет как надо. Это, кстати, тоже может быть часть аномалии. Там, возможно, какая-нибудь музыка будет другая страшная, или кто-то ответит. И такой... Да, наверняка, если кто-то отвечает, значит, это аномалия. Музыка продолжает играть, все хорошо. Бабка стоит, как обычно, вроде бы. Плакаты такие же. Слышал? Я проиграл? Она все-таки прибежала на меня. Стоп, а как я должен был не проиграть здесь? Я что-то не понял. В каком месте я ошибся? Я думал, это просто будет аномалия и все. Ладно, мы все заново начинаем. Музыка все такая же. Такая же расслабляющая. Плакаты не поменялись. Вот это что-то странное. Здесь всегда так было? Ладно, давайте пройдем полностью. Ой, чш-чш-чш. Там все время какие-то звуки. Знаете что? Давайте рискнем. Мне кажется, этот пол вообще не в тему здесь. Он новый. Я пометил. Уходим. Музыка играет все еще? Музыка все еще играет. Они не хотят отвечать. Я думаю, что это аномалия была. Я надеюсь, что я был прав. О-о-о! Мы еще ни разу, кстати, вперед не прошли, чтобы это было победой. Все время какая-то проблема у нас случается, все время мы что-то пропускаем. Ладно, давайте звоним. Угу. Наверное, так и надо. Пока еще ни один плакат не поменялся, кстати говоря. BNCR. Ладно, это не в тексте, нам говорят, но я особо не доверяю ничему, если честно. Что? Стой, пока... Им нельзя было взаимодействовать. Что? Что за звук был? А, это я нажал. Можно открывать. Хорошо, помечаем на всякий случай. Господи, каждый раз звуки все омерзительней. Знаете, что я скажу? Во-первых, очень много новых звуков как будто бы добавилось. И с телефоном нельзя было взаимодействовать. Так что мы поехали отсюда. Надеюсь, это правильно. Неверно. А, серьезно? Пожалуйста. Пожалуйста, не беги ко мне! Она бежит ко мне, да? Она сейчас придет. Пожалуйста, выключай! Черт! Выключай! Что мне делать? Тварь!
Неприятно это. Неужели он всегда работал и правда? Хорошо, я теперь готов. Готов все найти. Бабка нормальная, коровка. Может быть, еще картинки могут меняться на урне, например. А, ненавижу, когда моргает. Ай, всегда можно. Ладно, ничего с ним не сделать. Аппараты неюзабельные. Litter stops here. Ой. Вот. Уходим отсюда. Уходим отсюда быстрее. Ладно, ну тут 100 пудов я победил. Там мужик улыбался. И глаза были нормальные. Впервые плакат, кстати, изменился. До этого... Ничего, я не знаю, что там менялось. Цвет только вырубался, вот. Ладно, хорошо, что мы обнаружили телефон, потому что теперь можно и его проверять. Там может быть кто-то на другом конце провода. А еще могут быть всякие страшные звуки. Ну, здрасте. Кстати говоря, посмотрите, а пол-то здесь нормальный, он вписывается. Значит, с тем я угадал, только я не помню... Меня за это наградили или наказали? Я не помню, как это все в итоге обернулось для меня. Окей. Угу. Нет, нет, нет. Быстрей! Не хочу страха. Не хочу страха. Валим. Есть, мы продвинулись. В таком же духе продолжаем. Очень внимательно. Станция 3. А сколько всего их должно быть? Окей, сразу помощь, звоним. Ладно. Все хорошо. Не боимся. Нет! Тихо, 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 пожалуйста, не надо! Я не могу бежать! Я не могу бежать! Я не знаю, кто там со мной! Быстрее, валим! Да валим! Да. Я не пометил, конечно же, но... Станция 4, да! Ах, страшные штуки, которые еще преследуют тебя. Вот эта возможность подохнуть мне очень не нравится здесь. Интерком все еще музыку проигрывает, все как обычно. Да погодите, погодите, дайте хоть подышать немножко. Ну если я зайду сюда и вдруг какой-то монстр, то я даже спастись не смогу. Девушка. Опа-на! Поменялась местами. Уходим. Ладно, благо свет не всегда выключается. Не всегда в моей жизни что-то угрожает. И мы продвигаемся все дальше. У нас сейчас будет станция 5, по-моему, уже. Станция 5. Very nice. Ну что, выходим? Смелее. Все будет хорошо. Интерком. Пу-пи-пи-пи-пи-пу. Как будто музыка чуть иначе звучит. Или так же звучит, я. На что-то мне стрельнуло в ухо только что. А может быть, это уже мое воображение просто начинает доигрывать. Но... Не знаю. Меня очень смущает эта музыка, если честно. Перестань, пожалуйста, вот свет моргать, когда бесит. Ой, тихо. И-у-у.
желтый аппарат с содой всегда находится слева. И просто водичка находится справа. Все нормально здесь? Все нормально. Бургер, кофе. Тут тоже все хорошо. Ой, неприятно сейчас было. Когда свет начал моргать, его лицо стало очень криповым. Знаете? Надо еще раз послушать музыку. Как будто другая музыка. Вот не знаю. Что-то мне вот подсказывает. Я не помню. Не помню, но мне что-то подсказывает, что это неправильная музыка. Есть! Вот это слух у Евгения! Сразу видно музыкальное прошлое. Оно дало о себе знать. Я прям вот что-то мне стрельнуло в голову. Там как будто инструменты добавились, которых не было. Станция 6! Мы сейчас для сравнения послушаем нормальную. Скорее всего, тут будет сейчас нормальная. Так, все хорошо? Надеюсь. Да! Я оказался прав. Ну, это уже понятно, что я оказался прав, но... Они хитро сделали с интеркомом, потому что... Я думал, там просто будет кто-нибудь поднимет трубку и такой «Алло!» И тогда будет очевидно, что это аномалия. Но вот это расслышать очень сложно. Поэтому я горжусь собой. Цифры 9 всегда были, правильно. Тут вообще как у нас дела? Трубка? Окей. Вот так пометить сразу глазки. Валим отсюда. Какой-то монстр появился по тьме, я напшикал ему краской в лицо. Давай, это же, ну, очевидно. Да, есть! Хорошо, идем. Вот так, в таком же духе надо продолжать. Итак, станция 7. Сколько же их должно быть? Наверное, 9 все-таки. Ну-ка. Здесь все хорошо. Эти плакаты еще ни разу не поменялись. Я... Сомнений нет. Надо валить отсюда. Да поскорей. Звуки там были, звуки страшные. Кого-то хавали как будто. Поехали! Тут уродство. Черт! Мне придется туда пойти. А если меня убьют? Если меня убьют, я просру просто так сейчас. Где? Вот там кто-то... А! Это просто у кого-то с желудком проблемы. Все ясненько. Но это аномалия, явно. Да! Ладно. Первая аномалия, которая не испугала меня. Сначала, конечно, было страшно, потому что там кто-то глотает что-то. Но может, он сначала глотал какие-нибудь таблы. Станция 8! Почему я так кричу «Станция 8»? Потому что я подумал, что это как «Экзит 8» означало, что все, конец. Нет. Нет. Тут не факт, что это конец. Слушаем. Тут точно все нормально. Тихо. Хватит. Что ты, гадина, мерцаешь все время. Ладно. Опа. Мы тебя видим. Уходим. Пожалуйста. Пожалуйста. Пожалуйста, не убивайте. Просто не убивайте. Спасибо. 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 Слушайте, продвигаемся как паровоз. Просто едем вперед. Получается, 9-я станция. Наверное, это конец. Станция 9. Все, мы превышаем. Прекрасно. Это последняя.
Oxford Square. Наверное, последнее. Или, может быть, до тех пор, пока мы именно не сможем выйти туда, пока мы не найдем станцию полностью без аномалий. Ну, понеслась. Ой. Ой! Ой! Это что было? Это звук из этого раша, из дверей? Не знаю, я что-то пометил. Там страшно. Уезжаем. Станция 10 будет сейчас. Меня просто не хотят выпускать уже из игры. Станция 10, я домой хочу. Оп! Я видел. Я увидел сразу. Просто едем дальше. Такая штука стояла жуткая. Станция 11. Мы когда-нибудь закончим с этим? Или игра хочет, чтобы я все аномалии абсолютно посмотрел? Ну? Все, давайте так, чтобы было чистенько. Я хочу уйти отсюда. Я очень хочу уйти отсюда. Ага. Опа. Очень хорошо. Слушай, кажись, да. Кажись, можно уходить. Неужели? Ради всего святого, пожалуйста. Да ё-моё! Да что было не так? Я не знаю. Просто идем вперед. Я не знаю, куда я иду. Там не было аномалий. Там их не было. Что-то я продолжаю идти, не подыхать. Чё? Ладно, давайте попробуем еще одну катку сделать. Может быть, в этот раз у нас получится. Что-то мы не доглядели явно. Оп, погоди, ты висишь криво. Все, уходим отсюда. Ага, я не зря обращал внимание на все эти знаки. Они могут... Не то, что там информация на них меняется, а скорее их расположение меняется. Все, да, вы угадали, отлично. Станция 2. Вот с телефоном еще ни разу аномалий пока не было. Погодите-ка. Что это такое? Этого, по-моему, здесь не было. Я этого не помню. Я тебя не помню. Это... Этого точно не было. Поэтому уходим. Да, я угадал. Той штуки не было. Теперь надо посмотреть, что же там было вместо нее на самом деле. Станция 3. И вообще не понятно, сколько станций это всего должно быть. Вот, вот, вы поменялись местами. Отлично, мы уходим. Станция 4. По-моему, музыка опять изменилась. Но она не такая, как была в тот раз, когда я заметил изменения. Это что-то другое. Маленькие акценты. Нет, давайте пока не будем помечать, пройдемся еще. О, корова. Все. Ладно, наверное, даже дело не в музыке. Либо тут вся станция в аномалиях, абсолютно вся. Станция 5. Сейчас мы быстро с ней отстреляемся. Скорее всего, она тоже будет с аномалией, главное обнаружить ее. А, нет, все-таки музыка была как обычно. Вот какой щиток. А он был у нас такой вертикальный, продолговатый. Так, проблема. Есть небольшая проблема. Я не вижу никаких аномалий пока что здесь. И это меня напрягает. Слушайте. Может быть, пойдем? Вот здесь должно было быть что-то? Какие-то надписи должны были быть? По-моему. По-моему, должны были быть. Ой, я могу сейчас ошибаться на самом деле. Я точно не помню.
Ну почему? А, нет. Я не хочу смотреть. Не хочу смотреть на страшные вещи. А! Их и не было в этот раз. Повезло. О! Я вижу, ноги торчат из урны. Погнали. Можно, мне кажется, сразу бегло осматривать через окно всю станцию. Ага. Автоматы всегда без надписи здесь были. Просто просрался. Хотя говорили же, что дело не в тексте. Идеальная станция, как будто бы ничего не изменилось. Нет ничего плохого. Никаких аномалий. Мы все послушали. Мы все посмотрели. Уходим. Я не понимаю. Я не понимаю, что ты хочешь. Там явно была какая-то аномалия, которую мы не заметили. О, вижу пол. Черт, надо еще и на пол обращать внимание. Может быть, как раз таки я и пропустил его. Здесь всегда красная труба и обычная серая. Нахбургер? Стоп. Нахбургер? Он всегда там был такой? По-моему, это другое что-то. Нахбургер? Нет, это точно аномалия. Если окажется, что нет, то я угарну, конечно. Но это нет, я не мог ошибиться. Это всегда был Нахбургер. Да что ж такое? Которую станцию без аномалии я просираю? Нападай. Нападай. Давай. Оп-оп. Отобьюсь. Оп-оп. Нет. Засал. Увидел скилл. Что? О. У! Так, там пометить бы, наверное, что-то. Не надо ничего трогать, надо просто валить сразу. Это был какой-то мужчина, мальчик, я не знаю, кто это был. Вместо урны. Там явно кровь была в урне. В урне может быть кровь. Надо это обязательно смотреть. Три урны, по-моему, на станции всего. Нет. Да, да, три урны. Вижу, вижу. Уходим. Станция 3. И каждый раз, когда прибываю на станцию, мне кажется, что девушка имеет очень грустный взгляд. И каждый раз он все более грустный. Я такой, аномалия. А потом смотрю, нет, она всегда была такой. По-моему, единственный плакат, который еще не менялся. Нет, еще бабка не менялась. В общем, теперь нужно еще и каждую урну, мне кажется, трогать. Она... Там везде кровь в урне, либо это ржавчина. Но, в общем, надо подходить и юзать. Ну-ка. Нет, здесь нормально все. О! Вот это плохо. Такого не было, такого не было. Да, видите, подтеки. Игра продолжает подкидывать новые аномалии. Мне это нравится. Я люблю, когда их много. Но жалко, мы лора никакого не получаем у этой игры. Как и в случае с Exit 8, тоже не было никакого лора особо. Просто... А, просто есть. Единственное, что в Шинкансене было. Некая история. Нет, 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 нет. Я не буду смотреть. Я не буду смотреть. Я просто ухожу. Вот, наконец-таки, телефон отыграл. Наконец-таки он отыграл свое. Но это мне стоило нервов. Уходим. Я не буду оборачиваться. У нас проблема. Вызвал кондуктора как минимум 50 раз. Да, блин, у нас проблема. Это метро проклято. Все, можно оборачиваться? Ух. Там 100 пудов, если бы я обернулся, я бы подох. Станция 5. Пока выглядит безопасно. Дружелюбно. Надеюсь, так и будет. Надеюсь, это все. Смотрите. Поменялись местами. Поменялись местами. По-моему, должен быть бургер. Кстати, нахбургер. Все-таки. Может быть, если по-английски читать этим. Не. Не, бургер. Но это стопудово было правильно. Там же кофе должно третьим идти. Да.
Ну, блин, я уже хочу домой. Давайте, давайте закончим с этим. Я не думаю, что есть уже какая-то аномалия, которую я могу пропустить. Мне кажется, я уже все заметил. Станция 6. Я вижу. Страшная девочка. Не дадут мне никак выйти отсюда. Станция 7. Погодите. Пожалуйста. Оно близко. Оно близко. Жми кнопочку. Жми кнопочку. Жми кнопочку. Вон он стоит. Ладно, если ты зашел в поезд, то ты в безопасности, я понял. Где-то по потолку уже увидел, что что-то не так. Есть. Станция 8. Оп! Впервые девушка изменилась. Я даже не буду выходить. Сразу выключился свет, везде тварь, призраки. Станция 9. Ну, пожалуйста. Хотя я уверен, я сейчас запарюсь на нормальной станции. Я не могу принять тот факт, что станция может быть нормальной. Погодите! Сразу вижу табло, кого-то хрена переместилось. Уходим отсюда. Станция 10. На первый взгляд... нормально. It's okay. О, вот! Я видел! Я видел, был баг какой-то. Не просто так. Смотрите, когда я отворачиваюсь, видите, она меняется. Ах ты дрянь! Вот такого еще не видал. Наконец-таки плакат с бабкой поменялся. Но как хитро он это делает. Просто вот так. Ты должен периферическим зрением, которое у меня развито максимально. Ведь я в год зайца родился, а они вот так вот зырят. Станция 11. Ладно, теперь получается еще и периферическое зрение нужно напрягать. Блин. Это же 11-я станция уже. Это же я почти... А, нет, тут я уже, получается, дошел до своего предыдущего результата. Я тоже тогда на 11-й просрал. Ага, рюкзачная девушка, все хорошо здесь. Так, полы чистые, как надо. Вентиляция не течет. Плакаты. Девушка, нахбургер, кофе, лес. Слушайте, ну как бы, ну явно все чисто. Попробуем рискнуть. Попробуем рискнуть. Да я тебя не понимаю. Ну что было не так? Это неприятно, все равно это ощущение, когда к тебе подбегают. Все, я не могу. Я не могу пройти эту игру. Я не знаю, я уже много часов стою и пытаюсь пройти. Все время какая-то проблема. Я не понимаю, в чем она. Короче, друзья, давайте на сегодня остановимся. Огромное всем спасибо, что смотрели. Я пройду эту игру, если будет прям очень-очень вам всем хотеться, чтобы я ее прошел до конца, то мы это сделаем. Но не сегодня. Спасибо большое всем, что смотрели. Я надеюсь, что вам все равно понравилась эта игра. На самом деле, то, что вы не увидели концовку, для вас может быть как раз таки стимулом поиграть в нее самим, посмотреть новые аномалии, которые мы здесь не увидели. В общем, для вас это будет такой же интересный сюрприз, experience. Так что за это мне тоже лайк можно поставить. Спасибо, Евгений, что не проходишь игры до конца. Вот. Вот что вы должны написать в комментариях. Ну а с вами был Юджин, друзья. Всех вас люблю. Увидимся очень скоро в следующем видосе. И всем пять!